Дорогие друзья, мы вас приветствуем на телеканале Узрепорт ТВ. Как мы знаем, Гарвард – это один из самых престижных университетов мира. Теперь в бизнес-школе Гарварда студенты будут изучать становление и развитие рынка капитала Узбекистана. Сегодня мы поговорим об этом и еще о пандемии, о ее последствиях, об экономическом кризисе и как выйти из нее с директором агентства по развитию рынка капитала Узбекистана Атабеком Назировым и соавтором учебного пособия Батыром Кабиловым. Они находятся в Америке и прямо сейчас мы можем с ними связаться. Атабек Анварович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Гноза. Как вы? У нас все хорошо, очень рада вас видеть. Взаимно, взаимно. Если вы помните, когда мы с вами последний раз разговаривали в Ташкенте, тогда ситуация с коронавирусом только-только набирала обороты. С того времени положение намного ухудшилось, и особенно в Америке, где сейчас вы находитесь. Вы непосредственно видите, что там сейчас происходит, какие важные меры предприняла администрация Белого дома, чтобы поддержать население и бизнес. К концу февраля были предложены конкретные меры, и много что происходило, это было связано именно с финансовой поддержкой со стороны правительства США для бизнеса, для населения. Вот. Конгресс одобрил более 2.3 триллиона долларов финансовой поддержки, которая состояла из поддержки как и для малого бизнеса, да, поддержка крупному бизнесу и также поддержка населения, да, в третьем пунктом. Основная часть поддержки – это было, естественно, кредитование, да, кредитование малого бизнеса, кредитование крупного бизнеса, потому что это самые, скажем, простые и доступные инструменты, которые есть в финансовой системе США. Вот. То, что касается населения, ну, вы, наверное, знаете, повторяться не нужно, была единоразовая помощь практически, скажем, ну, я бы сказал, более половины населения США, там у них есть определенный трешхолд по доходу, деньги получали не все, а именно малые имущие, те, кто зарабатывает мало, определенную сумму на руки. Вот. Но в Америке есть инфраструктура, да, в Америке есть система, в Америке каждый гражданин отчитывается по налогам, поэтому у федеральной системы США есть информация о банковских счетах. Вот. Но даже принимая этого внимание, не все вовремя получили ту финансовую помощь, о которой ждали. Поэтому процесс еще продолжается. Одобрил Сенат дополнительную помощь в районе 450 миллиардов долларов. Это уже опять-таки дополнительная помощь для малого бизнеса, потому что страдает в основном малый бизнес из-за того, что пришлось закрыть, да, запретить перемещение и ввели практику социального дистанцирования. Вот, то многим бизнес запретили просто работать, так? Mm-hmm. А основная часть вот этих вот услуг, да, скажем, там, где идет перемещение людей, рестораны, это кафе, это спортивные залы, парикмахерские, это весь малый бизнес, который составляет более 60% рабочей силы, да, работодателей, это малый бизнес в Штатах. Поэтому пострадали очень сильно, вот вы, наверное, читали, с точки зрения безработицы, уже вот на вчерашнюю дату это превысило 33 миллиона человек, которые сегодня подали на страховку, да, по безработице. То есть они получают пособие, да, по безработице? Да, они будут получать пособие, но там пособия не такие уж существенные. Поэтому 20% уже формально, официально безработица по вчерашнему дню. Это, я бы сказал, катастрофические цифры, потому что такого никогда не было. Но что вдохновляет надежду, что на самом деле это все, как говорится, сделано вручную. Да? Этот кризис, он был, скорее всего, кризисом испуга, да? Потому что и власти, и население, и предприниматели, и все испугались этой болезни. Да? Как она будет распространяться, кого она будет заражать. А началась, я бы сказал, даже некая такая паника, да, у людей, как реагировать на все это, потому что не было достаточно статистики. Вот. Но сейчас статистика уже формируется. На самом деле меры, которые принимает правительство США, это помогает. Вот. Но скажу так, каждый штат все-таки ведет себя по отдельности, когда кому открываться. Естественно, идут обсуждения с администрацией Трампа. Вот. Есть, скажем, южные штаты, которые насыщенность населения более меньше, да, чем, например, в крупных штатах, как Нью-Йорк, или Калифорния,
Там штаты уже готовы открыть, постепенно внедряют план по смягчению, вот, и разрешать бизнесу постепенно открываться. Я думаю, это правильно, потому что нет смысла использовать унифицированную политику везде. Вот, если есть точки, где можно разрешить, то это нужно делать. Все зависит также от той системы здравоохранения, которую тот или иной штат или тот или иной графство, город имеет в наличии. Пик уже прошел, это объявила администрация президента. Вот, зараженность идет на спад. И я думаю, проблема здесь в том, что чем больше вот эта вот экономическая сдержанность, да, локдаун, как они называют, будет происходить, тем больше будут косвенных проблем появляться. Да? У людей будут социальные проблемы, депрессия, семейные проблемы. Начнутся, скажем, происходить такие ситуации. Но представьте, у человека нет работы. Да? Это, мне кажется, на мой взгляд, самое вообще худшее, что может произойти. Когда человек теряет работу, не может найти новое место, как прокормить свою семью. Mm-hmm. Поэтому экономику нужно открывать. И в этом администрация США делает, по-моему, правильные шаги, дают возможность каждому штату и каждому городу самостоятельно принимать эти решения. Они создали общие правила, да, например, должна быть статистика по снижению зараженности на протяжении, по-моему, 2 недель. Вот. Статистика тоже связана с тем, что есть достаточно больничных коек. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что самое худшее позади, и экономика постепенно начнет открываться. Сейчас вот как раз Батыр к нам тоже присоединился. Батыр, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. А, все, отлично. Тогда мы продолжаем, да, Атабек Анварович? Да. АМФ предупреждает, что последствия пандемии будут весьма серьезными. Как вы думаете, мировая экономика справится с ними? Экономика, я думаю, что не только я, по-моему, все экономисты считают, что мы находимся на уровне Великой депрессии, то есть 100 лет назад, да, 30-е годы. Справимся, естественно, это, но думаю, что для восстановления уйдет много времени, много ресурсов, много предприятий потеряют места, рабочие места люди потеряют, бизнесы закроются, целые отрасли, например, туризм, да, сейчас полностью остановился. Но это вопрос времени, то есть это опять-таки зависит от стран, какие страны будут какие меры предпринимать, вовремя, поздно, достаточно или недостаточно. Мы опять-таки знаем, что развитые страны могут себе позволить, у них есть как fiscal capacity, да, как на английском говорится, а развивающиеся страны, к сожалению, не имеют такие же ресурсы, как развитые страны, поэтому им придется чуть труднее, и это естественно, но опять-таки да, момент время для восстановления будет не одинаковым для всех стран. Конечно, вопрос у вас достаточно такой, мне кажется, тот, который задают себе сегодня практически каждый лидер страны, да, это задают policymakers, это задают вопросы те люди, которые, скажем, отвечают за то, чтобы экономики создавали рабочие места. Потому что на самом деле так создано человечество, да, так создан народ, что труд является основным его корнем. Да. Мы будем трудиться, мы создаем стоимость, мы создаем какие-то услуги друг другу, и таким образом мы можем позволить себе какие-то комфортные условия, ну и базовые вещи, что требуются для жизни. Это питание, это дом, да, это чтобы у нас было образование для наших, для себя, для детей. Вот. Ну и потом по этой цепочке все растет дальше. Идут и путешествия, дальше идут вот какие-то покупка транспортных вещей. Поэтому что произойдет, я так думаю, из-за этого кризиса, я думаю, будет некое переосмысление ценностей вообще в принципе у людей. На что мы должны тратить свои заработки? Да? Какие у нас приоритеты? Что первое? Это обеспечить себя минимум, конечно, самостоятельно каким-то сбережением, да, потому что, к сожалению, что было видно в США и в многих развитых странах, экономики выстроены таким образом, что все живется за счет кредитования. Так? И у людей практически мало у кого есть подушка безопасности. Вообще нету сбережений. Они есть у состоятельных людей, они есть у, скажем, предпринимателей, владельцев бизнесов, а у массы трудящихся, которые сейчас потеряли работу, 33 миллиона человек, да, я вам скажу, у них сбережений практически нет. Поэтому это вот модель консюмеризма, которая доминировала мир последние 50 лет, да, модель потребления,
что нужно потреблять, постоянно на что-то тратить, нужно постоянно. И мало внимания уделялось сбережению. Я думаю, эта модель многие люди, да, и начнут переосмысливать, новое поколение, которых сейчас растет, потому что они живут в эпоху этого кризиса. Вот. Что это будет делать? Это будет, как я согласен с Батыром, будут трансформироваться конкретно многие экономические системы. Некие индустрии, отрасли будут, мне кажется, вообще потеряются. Опять-таки, да, зависит, как долго этот кризис, скажем, эта опасность будет над нами и как долго мы будем сдерживать экономику. Чем больше мы ее сдерживаем, тем больше некие отрасля будут иметь практически нулевой шанс на выживание. Mm-hmm. Вот. Поэтому тут все будет зависеть, я согласен с Батыром, от каждых стран. К сожалению, да, один тренд, который мы все видим, происходит процесс деглобализации. Да? Очень много национальных таких вот идут инициатив, что страны все закрываются. Так, очень много идут, к сожалению, антимиграционных каких-то вспышек. Это видно в США, это видно в других странах. Да? Идет процесс обратный, когда, наоборот, будет, мне кажется, делать внутреннюю политику, экономическую, приоритетную для каждой страны. Соответственно, чтобы адаптироваться под это, страны должны смотреть в первую очередь на свой внутренний рынок. Да? Что я могу сделать внутри? Что мы можем сделать как население, какие услуги мы можем друг другу представить, какие товары мы можем друг другу передавать, и делать меньше акцент на экспорт. Это естественно, потому что сейчас с экспортом сложно во многих странах. Это по объективным причинам. Во-первых, транспортные связки ломаются, цепочки поставок ломаются, понимаете? И вообще, я говорю, в целом тенденция национализма и протекционизма, она сейчас растет в мире, и это будет продолжаться, от этого никуда не уйти. Скажите, пожалуйста, до кризиса наша экономика была готова к таким потрясениям? Гульназахан, я вам скажу честно, я не думаю, что ни одна экономика в мире была готова к такому. Ни одна. Такие вот ивенты, такие случаи, они происходят раз в 50, может быть, раз в 100 лет. Мы это сами видим. Поэтому от всех рисков защититься невозможно. Да? Но тем не менее, я думаю, что Узбекистан, благо тому, что имел возможность правительство, да, формировать сбережения, да, у нас есть золотовалютный резерв, в котором есть существенное количество золота и свободно конвертируемой валюты. Я думаю, это хорошая подушка безопасности, которая позволит стране все-таки достаточно спокойно пережить. Да? То есть катаклизм никаких, я думаю, не будет. Вот, что многие страны не имеют. Да, есть страны, у кого золотой резерв практически в нуле, да, или, может быть, даже в минусе. Вот, а Узбекистан, принимая внимание, что это молодая страна, принимая внимание, что стране сколько там, 30, меньше 30 лет, да, вот, я думаю, правительство сделало максимум, что могло для того, чтобы сберечь население от такого, скажем, более распространенного и более сильного поражения этим вирусом. Опять-таки, никто не знал, до сих пор нету полноценной статистики информации, насколько опасен этот вирус для кого. Поэтому первое, что было необходимо сделать, и правительство сделало это очень правильно, это ввели строгие режимы карантина, ограничения перемещений. Для многих это новое. Мы, как нация, которая привыкла жить в больших семьях, постоянно общаться, быть в контакте. Для нас это было очень тяжело, это очень болезненно. Поэтому, я думаю, население правильно это восприняло, и правительство сделало правильные шаги. Теперь, конечно, встает вопрос, как дальше, да? Как долго мы будем это сдерживать, потому что каждый день, который мы держим в карантине, да, в ограничении, это еще один закрывшийся бизнес, да? Это еще более безработных людей. Поэтому, как наш президент даже вот предложил пару дней назад, уже идет обсуждение о постепенном открытии, да, некоторых бизнесов, возможном смягчении. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем это организованно внедрить в ближайшие месяцы. Тут даже некоторые развитые страны, включая США, опоздали с ответом на несколько месяцев. И это имело очень негативные последствия, даже потерянные человеческие жизни. В этом плане правительство Узбекистана приняло очень своевременные и правильные шаги. И до сих пор то, что у нас длится больше, там, сколько, 40 дней карантин, это говорит о том, что мы еще до сих пор не
победили этот вирус, то есть еще далеко нам до этого. И нам вопрос о том, что когда открыть, какие отрасли, какие бизнесы открывать, это, конечно, вопрос времени и вопрос данных. То есть эти решения должны быть приняты на основании данных и фактов. То есть какие бизнесы будут безопаснее, чем другие. Например, я ожидаю, что такие бизнесы и такие мероприятия, как концерты, спортивные события, где люди будут накапливаться массами, такие отрасли, такие бизнесы будут открываться позже, чем остальные. Опять-таки, путешествия, туризм, перелеты, думаю, что это будет на последнем стадии. Но я согласен, что у нас имеется достаточно подушка безопасности, опять-таки, и у нас есть еще возможность использования накопленных ресурсов, как Атабек правильно сказал. Но в целом я согласен, что все меры, предприняты до сих пор, являются очень своевременными, и как, опять-таки повторюсь, что это даже до сих пор, например, в США не могли заставлять людей носить маски. Это так элементарные вещи, но это для сравнения. Да. А если карантин продлится и экономика не откроется, это может ухудшить ситуацию? Я ранее писал в своей статье, есть в Чикагском университете есть опрос среди всех ведущих экономистов мира, не только США, там есть, был вопрос. Как вы считаете, нужно ли продолжать карантин, несмотря на то, что это будет влиять для экономики? То есть им будет иметь огромный экономический ущерб. И 100% все экономисты, ведущие экономисты согласились с тем, что карантин нужно продолжать до тех пор, пока мы не будем минимизировать риски заражения, не будем минимизировать уровень смертности и так далее. То есть экономика должна находиться на втором месте. То есть человеческая, то есть если мы посмотрим на весы, то на чаше человеческой жизни, на другой экономика страны. Вопрос о продлении карантина не должен исходить от экономистов, это должно исходить людей из сферы здравоохранения, вирусологи, эпидемиологи, то есть они должны дать свою оценку. Да, конечно, всем уже, все устали, все мы хотим вернуться на работу, увидеть своими близкими, но это не как выключатель, да, это не так, это не будет работать так, что вы включили свет и выключили свет. То есть как только карантин закончится, мы не будем иметь такую же картину, как и раньше. То есть жизнь будет другой, это уже однозначно. Мы не будем заниматься теми вещами, которыми занимались до карантина. То есть я думаю, что и люди должны немножко свои ожидания скорректировать. Я согласен с то, что предлагает Батыр. На самом деле тут, как я и говорил в начале, знания, да, это самое главное. То есть медики и врачи, которые являются специалистами, ну, вирусологи, и изучают этот вирус, должны иметь возможность понять корень проблемы, да, для того, чтобы перебить страх. То есть нужна информация, нужно понимать, как работает вирус, кого он поражает, как он поражает. Соответственно, победить его полностью мы не сможем. Мы ни один вирус не побеждали. Можно сделать против него вакцину, но вирус будет находиться рядом постоянно. У нас могут антитела вырабатываться против него, да, как и против других вирусов. Поэтому нужна информация, нужно это разобраться. С точки зрения, насколько долго, да, это может продолжаться, то, естественно, это вот есть пределы. Я вам дам пример. Чтобы создать бизнес, любое предприятие, да, требует огромных усилий, уходит год, иногда годами, чтобы какой-то предприниматель мог поставить на ноги бизнес, собрать команду, обучить их, привлечь финансирование, чтобы все это заработало, определить своих клиентов. Так? То есть, когда мы говорим, что да, бизнес закрылся, но теперь можно его открыть вновь, я с вами соглашусь. Ты когда закрываешь бизнес, скорее всего, ты уже его никогда не откроешь, потому что ты потеряешь клиентов, у тебя не будет капитала, ты потеряешь финансирование, ты потеряешь команду, а люди не будут сидеть ждать, понимаете? Вот, поэтому это органическая вещь, и к этому нужно относиться очень-очень осторожно. И я думаю, здесь как раз-таки и стоит задача сейчас, самая сложная задача – найти вот этот баланс, да, где мы все-таки говорим так, карантинные меры определились, мы нашли какой-то способ бороться с этим вирусом, да, мы надеваем маски, мы делаем социальное дистанцирование, что снижает
скорость заражения. Да? Мы определили, кто, скорее всего, находится в зоне риска, и даем им отдельное внимание, и инвестируем в то, что сберегать, оберегать их, да? Даем им финансовую помощь. Но мне кажется, все-таки, Батыр, может быть, я чуть здесь с тобой не соглашусь, что все-таки, если экономическая активность будет продолжена, ну, на спаде очень долгое время, то это приведет к катастрофе. Я даю пример, где есть статистика. В Соединенных Штатах уже за полтора месяца объявили 22 миллиона безработных. Да? Если будет продолжаться по такой скорости, то еще два месяца в таком режиме, то полстраны будет безработными. Ну а тут уже, поверьте мне, фатальных случаев от безработицы будет намного больше. И есть те, скажем, больные, которые, на которых сейчас не обращают внимания, потому что весь акцент ушел на борьбу с коронавирусом. Понимаете, есть люди, у кого есть, планировались какие-то свои операции, планировались свои обследования, это все стало вторичным. Поэтому я думаю, что нужно найти вот этот правильный баланс, чтобы не переборщить, да, и я очень надеюсь, что у нас в стране мы тоже этот баланс найдем, и чем быстрее мы сможем подготовить план мер открытия экономики, согласен, gradually, да, осторожный, некоторые отрасля могут быть никогда не вернуться, с этим тоже согласен. Соответственно, чем раньше эти предприниматели, люди начнут переквалифицироваться, обучаться каким-то novel skills, даже онлайн, да, обучение, есть телемедицина. И благо интернета, технологии позволят нам, я думаю, мобилизировать и создать какие-то новые услуги, новые профессии, которые можем делать. Чем больше, вместо того, чтобы тратить время и ездить на работу по 2-3 часа в день, это время вы бережете и можете проводить дома, да, предоставлять эти услуги, проводить с семьей. Но экономическая активность нужна. Иначе просто мы обанкротим страну и всю мировую экономику. Уже сейчас, заметьте, еще я дам одну ремарку, да, уже сейчас для того, чтобы поддерживать то, что имеется сегодня, многие страны входят в долги. Да? Страны входят в долги. И для меня всегда, как для, скажем, тоже экономиста, всегда это было каким-то нюансом. Почему? Потому что на протяжении, скажем, многих веков государства самостоятельно строили свои богатства. Государства, нации самостоятельно строили свой wealth внутри, не привлекая кредитов зарубежных. Основно привлекали зарубежные кредиты для войны. Когда финансировалась война, страны объединялись, и более богатые страны, скажем, которые не хотели участвовать, они, возможно, финансировали те страны, которые воевали. Понимаете, сейчас у нас такого блага нет. Нет риска Третьей мировой войны. Да, это экономический кризис. Поэтому нужно найти способы мобилизировать вот эту вот финансовую поддержку, поддушку внутри страны, снижать ненужные расходы, оптимизировать экономику, оптимизировать экономические процессы, да, то есть перераспределение капитала, как и человеческого, да, как и финансового, должно происходить более оптимально внутри страны. А капитал есть. В Узбекистане есть человеческий капитал, 33 миллиона населения. А вас не пугает долларизация? Потому что мы сейчас берем кредиты, а кредиты в основном в долларах. Гульноза, вы знаете мою позицию по долларизации. К сожалению, будучи бывшим банкиром, который занимался и финансированием, да, для меня, я вам скажу откровенно, я раньше говорил, валютный риск – это очень большой риск. И я видел много компаний, я видел много стран, которые вставали на колени, потому что приходил валютный дефолт, да, происходила девальвация. К этому нужно относиться очень осторожно. К этому можно легко привыкнуть. И есть, скажем, организации, да, и люди, у кого есть капитал, да, они с радостью будут давать дешевые кредиты, да, потому что им нужно запарковать где-то деньги. Да. Там в многих странах, вы знаете, до кризиса процентные ставки были даже негативные, в минусе, да, потому что был излишек капитала, сконцентрированный в очень маленьком количестве рук. Вот. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы мы не попали в эту ловушку. Скажите, пожалуйста, а будет ли мешать отсутствие рынка капитала при выходе из кризиса? Конечно, мешает. Узбекистану, к сожалению, не удалось сформировать рынок капитала за последние 30 лет. Вот. Мы начали эту попытку в течение прошлого года. Вот. И есть предложение, подготовлена стратегия. Сейчас находится процесс согласования в правительстве. Вот, я очень надеюсь, мы в скором времени сможем его согласовать, потому что без локального местного рынка капитала, который будет, скажем, мобилизировать локальное финансирование, при необходимости привлекать зарубежных инвесторов к нам
узбекскую юрисдикцию, да, мы будем также продолжать зависеть от зарубежного и внешнего финансирования, а это опасно. Я помню, до пандемии у вас были очень амбициозные планы. Что теперь с ними будет? Знаете, планы, они, как они есть, мы над ними работаем, мы продолжаем каждый день с моими коллегами в Ташкенте, с нашими партнерами также в США, которые сейчас организовывают нам проектный офис, находят для нас специалистов топовых, которые будут работать в нашем проектном офисе для подготовки целого ряда, да, вы знаете, нормативно-правовых актов, консолидации и обновления, модернизации новых законов, которые будут регулировать рынок капитала. Вот, я думаю, планы не меняются. Естественно, текущий кризис, он дает нам сигналы для адаптации и, возможно, все-таки нам ускорить, да, некоторые наши шаги, которые мы начинали. Но я думаю, что мы настроены на то, чтобы реформу рынка капитала довести до конца. Вот, и, ну, на это уйдет еще пару, я думаю, кварталов. Ну, у нас есть и хорошие новости. Батыр, вы разработали учебную пособие. Теперь студенты в Гарварде, в бизнес-школе Гарварда будут изучать рынок капитала Узбекистана. Расскажите, пожалуйста, как вы этого добились? Это очень интересно. Да, я спасибо за вопрос. Я являюсь автором, но главным автором является мой профессор. Он из Германии, он пришел к этому идею. И да, конечно, скорее всего, он лучше смог бы объяснить, чем я, потому что у меня есть, как говорится, байс, потому что я из Узбекистана, но интерес вышел из моего профессора, потому что у нас есть класс, который называется Financial Reporting Control, то есть финансовая отчетность и контроль, и там у нас есть отдельный момент, где мы показываем, как рынок капитала работает. И для этого нужно было написать кейс, и Узбекистан является одним из стран, где происходит реформа рынка капитала, и для студентов будет интересно посмотреть, как строится рынок капитала с нуля, и какие шаги предпринимаются, и какие шаги не предпринимаются. И в этом кейсе идет речь о том, какие регуляции должны быть, и какие барьеры нужно брать, и какие участники должны, какую роль должны иметь, и так далее. Атабек Анварович, а вы тоже участвовали в этом процессе разработки? Или... Да, мы, когда к нам обратился Гарвардский университет, вот наш коллега Батыр, естественно, мы позитивно отреагировали, нам было очень приятно, что выбрали наше агентство рынок капитала для проведения этого кейса. Мы предоставили необходимую информацию для коллег в Гарвардском университете, показали им стратегию, которую мы готовили, как мы готовимся вообще к реформированию рынка капитала, какие у нас проблемы на рынке, почему мы взялись за это решение сейчас. И я был предельно откровенен с коллегами в Гарвардском университете о тех, скажем, задачах, да, которые стоят перед нами, и был, честно говоря, приятно удивлен и тем, скажем, значением, да, которое Гарвардский университет выделяет реформам Узбекистана. Это говорит о том, что под руководством нашего президента Шавкат Мирамановича происходят реально уникальные, да, дни в нашей стране. Вот эти реформы, которые ведет руководитель страны, они оцениваются на глобальном уровне, и внимание Гарвардского университета подтверждает еще раз, что мы переживаем очень интересные времена, и для меня это честь быть частью этой команды. И надеюсь, этот кейс-стади в итоге, когда студенты Гарвардского университета будут изучать его, что те задачи и планы, которые мы строили, они реализуются. Это, за это я переживаю больше всего. Доброе утро, профессор Хиз. Очень рада с вами познакомиться. Не могли бы вы рассказать вкратце, что такое кейс-методы в целом и как они написаны? Когда мы составляли кейс, мы опирались на три основных элемента. Первый, нужно понимать, что это не поддержка какой-либо компании или агентства в нашем случае. Второй, это не показатель эффективного или неэффективного менеджмента. Третий, это учебное пособие, которое поможет нашим студентам изучать опыт других стран. Мы постарались создать целостную картину рынка капитала Узбекистана, и мы понимали, что агентство было создано не так давно. Мы попытались описать все, начиная с 2016 года.
2016 года, когда был избран новый президент. Для этого нам пришлось провести большое количество интервью, в частности, с самим Атабеком Назировым. Вы говорили, что это уникальный случай для Гарварда. Почему? Да, американских кейсов тут очень много, а в нашем учебном заведении учатся студенты со всего мира. И они должны иметь широкий кругозор, понимая и зная, что происходит в мире. Мы видим, что Узбекистан сейчас быстрыми темпами идет к ведению открытой экономики, развивая при этом свой рынок капитала. Нашим студентам надо разбирать, как влияет открытая экономика, правильный бухгалтерский учет и согласованность государственных действий на развитие страны в целом. Каждый студент, изучающий учебное пособие, может представить себя на месте главы агентства по развитию рынка капитала и принимать определенные решения, основываясь на своих наблюдениях. Тем самым они начинают узнавать о новых рынках. Следовательно, после окончания нашего университета, заняв управляющие посты в фондовых рынках Америки, они будут уже знать общую картину мира благодаря этим учебным пособиям. При этом мы не останавливаемся сами изучать дальше Узбекистан. Мы постоянно контактируем с регулятором и в курсе происходящих изменений. Это нам надо для того, чтобы обновлять наши кейсы. Что побудило вас написать о рынке капитала Узбекистана? Ответ на этот вопрос близок к тому, с чего я начал рассказывать. Обычно мы рассматриваем полностью развитые, то есть уже сложившиеся рынки, к примеру, рынок капитала США. В нем присутствует регулятор, согласованность, биржевые игроки, активные инвесторы, профессиональное правление директоров, множество аудиторов и, как следствие, много игроков. И сообща, они способствуют функционированию этого рынка. И если рынок за пределами США, то не всегда они функционируют как положено, то есть на таком рынке скандалы, коррупция. Но самое интересное, если вы посмотрите на страну, то она новая, только что основала рынок капитала. И это нелегко, потому что у него ограниченные ресурсы, а время поджимает. Нужно принимать смелые решения, делать выбор. И в первую очередь необходимо сфокусироваться, чтобы понять, почему следует принимать то или иное решение. И если, к примеру, вы являетесь иностранным инвестором, то инвестировали бы вы в Узбекистан? Достаточно ли предпринимаемые шаги или требуются дополнительные изменения для того, чтобы вы захотели инвестировать капитал в Узбекистан? Думаю, что это уникальный путь и уникальная возможность рассмотрения страны, которая действительно меняется и движется в направлении стратегических инициатив. Профессор Хи, спасибо большое за то, что уделили нам время. Желаю вам удачи. Thank you. Мы можем сказать, что это очень такой беспрецедентный, уникальный случай, да? Такого раньше не было, что изучали вот именно в Гарварде становление рынка капитала Узбекистана. Знаете, Гульназа, мне, к сожалению, не посчастливилось учиться в Гарвардском университете. Я учился в Государственном университете Нью-Йорка, Стони Брук. И у нас, когда мы брали предметы бизнес-менеджмента и вот корпоративного финансирования, нам преподаватели постоянно приводили в пример кейсы из Гарвардского университета. Это я помню еще 25 лет назад. Поэтому престиж и репутация Гарвардского университета это является таким серьезным бенчмарком. Вот. И мне очень вдвойне приятно, что наш земляк Батыр Кадбилов является там нашим коллегой, вот, который сейчас ведет этот стадий. Поэтому я желаю Батыру тоже огромных успехов профессиональных, пользуясь случаем. И надеюсь, что будет возможность в будущем вам тоже свои знания и экономический опыт привлечь для развития нашей страны. У меня еще остается еще пару вопросов по поводу мировой экономики. Скажите, пожалуйста, что ожидает глобальные финансовые рынки после кризиса? Ваши ожидания? Ну, знаете, если посмотреть сегодня на финансовые рынки, опять возьмем пример, например, с Соединенных Штатов, то рынок акций, да, рынок equity, он уже, мне кажется, сегодня отражает в себе практически многие риски, неопределенности, последствий на мировую экономику. Самый крупный индекс Dow Jones, который вы знаете, он откорректировался где-то от 29 тысяч пунктов до
по-моему, 18 тысяч, да, это было где-то 4 недели назад, но с тех пор он поднялся уже вот до 23 тысяч с половиной, по-моему. Поэтому на протяжении последних 2-3 недель, скорее всего, рынки акций стабильно в позитивном тренде. Это о чем говорит, что инвесторы, да, те, кто управляют капиталом, они уже при их, скажем, позиции более позитивны, их ощущение, да, рисков в целом в позитиве. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, скорее всего, худшее уже позади касательно рынков акций. Вот. То, что касается других финансовых рынков, ну, самый классический пример – это нефть. Да, там тотальная катастрофа, но это потому, что переборщили, мне кажется, производители нефти, не смогли удержать свой картель, вот, увеличили производство в январе, если вы еще помните, да, когда мы с вами беседовали. К сожалению, экономическая вот, контракция и рецессия, она в первую очередь дала по транспортному сектору, по авиасектору, который практически потребляет 25% мировой нефти. Поэтому, естественно, автомобильные перемещения снизились, сократились существенно. То есть основной потребитель нефти, это транспортный сектор, он присел. Поэтому сформировалось огромное количество, скажем, избыток нефти на рынках, да, куда просто некому было продавать. Поэтому цены пошли вниз. Люди стали платить за то, чтобы у них забирали эту нефть. Вот. Я думаю, нефтяной сектор еще не скоро придет в себя. Вот. Там будут крупные поражения. Это, конечно, к сожалению, даст по экономикам крупных нефтяных экспортеров. Вот. Им придется думать и дифференцироваться себя далее. Вот. Поэтому я думаю, нефтяной сектор, он пострадает сильно. С другой стороны, в целом, для экономики глобально, я думаю, это позитивная новость, потому что снижение расходов, да, на транспорт, снижение материалов, да, потому что нефть является входным материалом для многих других продуктов. В целом это хорошо, потому что это будет экономить средства для чего-то другого. В данный момент трудно сказать, как будет развиваться, как будут финансовые показатели финансового рынка, но сейчас основные инвесторы избегают инвестиций в equity, то есть в сток-маркет. Они сейчас в основном ценят золото во время кризиса. Сейчас аппетит инвесторов снижается к рискам, и они хотят сохранять свои средства либо в казначейских облигациях США, которые являются самым безопасным активом в мире, и золото. Поэтому сейчас многие инвесторы покидали рынки капитала, в том плане, что они не держат много акций, они сейчас держат самые безопасные активы, и пока этот кризис будет длиться, мы можем наблюдать снижение активности торгов, но при этом будет очень большая волатильность. Скажите, пожалуйста, каким будет мир после кризиса? Мир будет намного лучше. Я думаю, мир будет иметь, как я говорил в начале, надеюсь, новые ценности, да, вот. Та национализация, вот тот, скажем, реверс глобализации, о котором мы говорили ранее, скорее всего, он не будет иметь первоначальный характер, а это более такие краткосрочные меры, может быть, среднесрочные, интуитивные, да, защиты. Но мир настолько уже интегрирован и семьями, да, и интернетом, что разделить будет очень тяжело, да, ментально. Поэтому я думаю, ценности поддержки, да, ценности семейные, ценности Мехрибонлик, да, многие ценности, которые присущи узбекскому народу, я думаю, надеюсь, будут распространяться по всему миру. Поэтому то, что мы копили веками. И, скорее всего, моя, ну, я иногда в своих экономических позициях такой радикал, да, с точки зрения того, что, например, я, к сожалению, противник консюмеризма, да, я всегда задавал вопрос, а зачем столько много потреблять впустую, когда есть население, которое нуждается во всем этом. Я не хочу звучить как социалист, но мне кажется, просто люди грамотные должны научиться ставить приоритеты в своих задачах, на что они тратят свое богатство, свой даже маленький капитал, на что тратят свою энергию и на что тратят свою жизнь. Потому что в этой пандемии мы многие поняли, что, оказывается, даже можно наслаждаться какими-то минимальными вещами, да, материальными мотивизироваться. Главное, что мы были все здоровы, вот, чтобы наши близкие, любимые все были здоровы. И чем быстрее мы из этого выйдем, ну, я скорее побыстрее вернулся в Узбекистан, потому что сейчас я тут застрял, рейсов нет, я оказался здесь в отпуске, вот, был. Поэтому очень надеюсь скорейшего возвращения в Узбекистан.
Я тоже буду оптимистом и очень надеюсь, что в скором времени мир и на этот раз справится с этим кризисом. А вам спасибо большое за то, что уделили нам время, и берегите себя. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.